деле абсолютно очевидно, и вам это известно, что процент застройки данного участка является гораздо больше 50%. Сам дом явно не 500 квадратов по размеру, это видно просто визуально. Да? Я, конечно, понимаю, вы хотели, нам бы хотелось увидеть здесь документы, но на самом деле, как здесь правильно заметили жители Ольховой, этот дом введен в эксплуатацию. Вопрос, где детские площадки, где площадки для выгула собак для этого дома, где спортивные площадки, и каким образом, это, конечно, вопрос больше господину Аникину здесь, который здесь в качестве руководителя этих слушаний присутствует, председательства. Потому что на самом деле дом построен с абсолютными нарушениями. Ввести через переулок детские площадки, которые, это просто что-то невозможное в данном случае. И на самом деле здесь нам предлагают, по сути, легализовать некий преступный умысел, я считаю. Потому что на самом деле дом построен с огромными нарушениями, и регистрировать задним числом 50% повышение никоим образом нельзя. Вам это, опять же, прекрасно известно, как это известно жителям Ольховой. И это точно так же известно прекрасно администрации, которые по поводу этой стройки обращались еще неоднократно ранее. Каким образом вы выдали разрешение на строительство, я думаю, будут проверять прокуратура и соответствующие службы. Потому что как не ввели дом в эксплуатацию без наличия детских площадок и переулок, еще раз говорю, я считаю, что голосовать за это 50% повышение просто недопустимо. Потому что в данном случае дом построен с огромными нарушениями, и тем более с еще большими нарушениями введен в эксплуатацию. Спасибо, Евгений Валерьевич.